Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, матушки, братья и сестры, для меня великая радость снова вступить на землю Сахалина и практически на том месте, на котором я совершал божественную литургию, совершить еще раз эту великую службу Богу, но уже под сводами Величественного Кафедрального Собора. Я хорошо вспоминаю то богослужение на площади, которое сопровождалось многими дивными явлениями. В тот день был сильный ветер. Нас предупреждали, что это практически штормовой ветер, и поэтому непонятно, как будет совершаться богослужение. И мы готовились к тому, что ветер действительно будет очень сильным. Начали службу, было тихо, спокойно. А потом вдруг стал подниматься ветер к самому важному моменту богослужения, когда освящаются святые дары. Но я почему-то верил, что в сам момент апогея богослужения ветра не будет. И так точно оно и произошло. Как будто ножом отрезало, и ветер остановился, и тихая, спокойная погода. И мы совершили божественную Евхаристию. Причастились святаго тела и крови Христовой. И когда после богослужения я произносил проповедь, обращаясь к жителям Южно-Сахалинска, то со мной произошло то, что практически никогда со мной не происходит. Слово патриарха всегда имеет большое значение, и оно должно быть продуманным. И обстоятельства, связанные с произнесением слова, должны быть учтены. А вот здесь вдруг у меня появилась настойчивая мысль сказать всем людям, что именно на этом месте и должен быть построен кафедральный собор. И я сказал эти слова. И помню хорошо, как я посохом ударил, что именно на этом месте должен быть построен собор. Я не буду говорить о реакции светских людей после этого богослужения. Многим было абсолютно непонятно, что произошло, а мне было все ясно. Потому что если есть потребность сказать, если ты чувствуешь, что сам Господь тебе указывает произнести эти слова, а не другие, ты их обязан произнести вне зависимости от того, какой будет первичная реакция людей. Именно поэтому я очень большое внимание в течение всех этих лет уделял строительству сего Христово-Рождественского собора в Южно-Сахалинске. Мне приносили все проекты, включая экстерьеры, интерьеры. Я их согласовывал. Когда возникли некоторые смятения в сознании людей о том, что как бы возведение собора не повлекло за собой забвение монументов в честь героев Великой Отечественной войны, я благословил несколько в сторону отнести строительство собора, потому что важно, чтобы и строительство сопровождалось миром, взаимной поддержкой, согласием, а не было никогда яблоком раздора между людьми. И вот так, по милости Божией, собор построен в наикратчайшие сроки. Сердечно благодарю Игоря Ивановича Сечина, с которым мы вскоре после моего возвращения с первой поездки на Сахалин беседовали. И он тогда дал согласие содействовать строительству этого собора. Я хотел бы сердечно приветствовать здесь Михаила Владимировича Леонтьева, его вице-президента Роснефти. И прошу передать мою благодарность Игорю Владимировичу вам, потому что знаю, что вы также очень много внимания уделяли тому, чтобы преодолевались какие-то трудности на пути строительства. И всей компании «Роснефть», которая, добывая нефть, являясь одним из самых важных факторов, формирующих наш государственный бюджет, не забывают и о том, чтобы оказывать поддержку духовной жизни народа. Потому что не хлебом единым жив человек. Когда я подлетал к Южно-Сахалинску,
то первое, что увидел из-за иллюминатора самолета, это храм. Это новый кафедральный собор, он как будто парит над всем городом. Это величественное сооружение, действительно самое большое на Дальнем Востоке. Удивительно правильно и гармонично спроектированное и построенное. Это доминанта города, как и должно быть. Кафедральный собор не может быть на задворках, он не может быть где-то далеко от людей. Он должен быть олицетворением города, карточкой города. И вот по милости Божией этот величественный собор и стал таким символом Южно-Сахалинска. Это видимый символ. Но мы строим храмы не для того, чтобы они только украшали город или село и являлись символами человеческого творчества, высокого вкуса и стиля, чтобы создавали эстетически красивую среду. Мы строим храмы для того, чтобы они становились духовными символами, сосредоточением духовной силы народа. И это происходит. Происходит потому, что именно в храмах Божиих люди к Богу молятся так, как нигде в другом месте. Потому что мы здесь все, как один человек, как одна община, возносим молитвы Господу, и Он слышит эти наши общие молитвы. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот почему мы смело можем утверждать, что Господь сейчас среди нас. Он не где-то там далеко, Он среди нас. И, конечно, радуется всему тому, что произошло. Радуется подвигу тех, кто построил этот собор. Радуется вере народа, который, в ответ на которую собор и был построен. И Господь снисходит к нам своей милостью, своей благодатью и совершает чудеса. Разве строительство этого собора не чудо? Но разве не чудо возрождение, духовное возрождение нашего народа? Мы должны помнить о том, что сила Божьего храма в том, что, являясь, конечно, олицетворением человеческих талантов, высокого художественного вкуса, замечательных навыков и умений, храм в первую очередь является вместилищем Божественного Духа и Божественной мудрости. Мы живем в просвещенное время, люди образованные, у нас очень мощные средства связи, мы можем во мгновение получить справку, о чем захотим, из любой области знаний. Но есть нечто, есть какое-то особое знание, которое мы можем получить только от Бога. Это не потому, что кто-то из людей не может произнести более или менее тех же слов или даже высказать более-менее приближающуюся к божественной мысли мысль. Но божественная мысль содержит в себе великую силу, способную изменить человеческую жизнь. Вот сегодня мы слышали с вами евангельское чтение, в котором повествуется притча. Господь рассказывает притчу, то есть иносказание своим ученикам и тем, конечно, кто его окружали. Притча о двух должниках. Один должник был должен самому царю. Наверное, был человеком богатым. Евангелие его называет рабом, но сумма, которую он задолжал царю, была фантастическая. 100 талантов. Это больше, чем огромное состояние. И этот богатый должник не смог вернуть царю долга.
И тогда царь, по обычаям времени того, приказал жену продать в рабство, детей продать в рабство, все имение продать, то есть конфисковать, и вернуть долг. И упал в ноги к царю раб, и стал умолять его не губить его жизнь, не губить его жену, его детей, оставить им возможность жить и, может быть, в будущем вернуть долг. И царь его прощает. Освобожденный от страшной ответственности, человек этот выходит на улицу и вдруг встречается со своим знакомым, который ему задолжал ничтожную сумму 100 динариев. И схватил за горло этот только что освобожденный от долга должник своего должника и стал требовать от него долга. И тот взмолился так же, как некоторое время тому назад сам этот первый должник умолял царя. Но этот первый должник не был готов пощадить своего должника и отвел его в долговую тюрьму, пока, и чтоб сидел тот в этой страшной долговой яме, пока полностью не отдаст долга. И притча заканчивается тем, что пришли друзья вот этого несчастного, который оказался в долговой тюрьме, к царю и сказали: ну вот ты простил, а вот этот человек отправил в тюрьму того, кто ему был должен совсем небольшую сумму денег. И царь призвал своего должника и отдал его истязателям. Тоже такая была мера внушения, когда пытками из человека вырывали долг. И Господь говорит, не даже апостолы, не кто-то, сам Иисус Христос говорит: так и Отец мой Небесный воздаст каждому, кто не простит ближнему своему согрешение его. Это не человеческие слова, это не выдумка, это не философ какой-то написал, это сам Бог нам говорит. Если вы хотите обрести счастье, полноту жизни, избежать истязаний в этом мире и в жизни будущего века, умейте прощать людям. И речь идет, может быть, даже и о материальном долге, но Господь не конкретизирует, Он говорит вообще о великой силе прощения. А святой Ефрем Сирин, рассуждая на эту же тему, говорит замечательные слова: если ты не умеешь прощать ближнему своему согрешений его, напрасны молитвы и пост. И пост и молитва вторичны, если мы не умеем прощать людям. А теперь давайте представим себе, каким и может быть наш мир, и какой может быть наша жизнь, если мы научимся не огрызаться, не обижаться, не давить другого, если он что-то неправильно сказал или неправильно сделал, а великодушно прощать и самим получать прощение от ближних. Я хотел бы всех вас еще раз приветствовать и сердечно поблагодарить тех, кто принял активное участие в строительстве этого храма. Еще раз всех сердечно поздравляю с замечательным событием в жизни Южно-Сахалинска, Сахалинской области и всей России. Храни вас Господь. Каждому хотел бы передать на память маленькую иконочку с изображением Рождества Христова и с патриаршим благословением. Спаси, Господи.